По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро понедельника, 16 марта, общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло 170 тысяч человек. В настоящее время от вируса в мире скончались 6,5 тысяч человек. Излечились почти 80 тысяч. В России на ту же дату число заболевших коронавирусом возросло до 93 человек. 79 остаются в стационарах. Четверо пациентов выздоровели. Около 15 тысяч человек остаются под наблюдением. В связи с недопущением распространения вируса правительство Российской Федерации приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации. Ограничение вступает в силу с завтрашнего дня, 18 марта, и продлится до 1 мая. Эти ограничения не коснутся водителей грузовиков, перевозящих товары, дипломатов и лиц, постоянно проживающих в нашей стране. Кроме того, пересекать границу нашей страны смогут экипажи кораблей и поездов. В Пермском крае уже 481 человек находится под наблюдением врачей из-за коронавируса. Из них 17 жителей размещены в стационаре. Еще 287 изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. 177 находятся под активным наблюдением. Накануне Роспотребнадзор подтвердил второй случай заболевания коронавирусом у жителя Пермского края. Это женщина. Она совместно с супругом прилетела в Пермский край из Швейцарии, где проживала длительное время. О состоянии пациентки в своем инстаграм рассказала министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелихова. При появлении подозрения на заболевание женщина незамедлительно совместно с супругом была госпитализирована в краевую инфекционную больницу. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно, получает полный спектр противовирусной терапии. Что касается непосредственно нашего города, то в Березниках и Усолье по состоянию на сегодняшний день пациентов с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В настоящий момент под наблюдением находится 13 человек в городе. У всех этих людей анализы на коронавирус отрицательные. Эти люди находятся на дому под наблюдением. В боксах сейчас никого нет. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции введены ограничительные мероприятия. В том числе это ограничение или полное прекращение посещений круглосуточных стационаров. То есть к пациентам мы сейчас никого не допускаем. Больницы имеются в достаточном количестве средств индивидуальной защиты, в том числе маски, дезинфекционные средства. В связи с недопущением распространения опасного вируса с воскресенья в Пермском крае действует режим повышенной готовности. Это касается и режима работы образовательных учреждений. Сегодня управление образования города Березники издан приказ номер 276 о принятии дополнительных мер о противодействии распространению коронавируса. В рамках этого приказа обозначены основные мероприятия, основные направления деятельности всех видов образовательных организаций, находящихся на территории города Березники, которые подведомственны управлению образования. Каждое утро в школах должен организовываться утренний фильтр, во время которого учителя должны опросить детей о их состоянии здоровья, осмотреть их и, если у кого-то из детей есть подозрение на простудное заболевание, направить этого ребенка тут же для термометрии в кабинет медицинского работника. В случае подтверждения наличия температуры и признаков заболевания ребенок остается в медицинском кабинете до прибытия в школу родителей или других законных представителей, которые обязаны сопроводить ребенка из школы до места жительства. Кроме того, в школах с завтрашнего дня родители могут выбрать для своих детей так называемое свободное посещение, то есть это организация обучения на дому без посещения школы. По заявлению родителей, такое обучение для детей будет обеспечено. И еще одно ограничение. С завтрашнего дня во всех образовательных учреждениях города Березники под ведомством управления образования отменяются все массовые мероприятия. Кстати, в последние дни появилось немало слухов, а порою откровенно лживой информации о закрытии школ и лицеев на карантин из-за коронавируса. Чтобы не поддаваться панике, информацию все-таки рекомендуется проверять, хотя бы позвонив директору школы. Андрей Фадеев, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья.